Всем привет! Канадский специалист Брайан Орцер рассказал о работе с российской фигуристкой Евгенией Медведевым. Прыжки ультра-си – это огромный риск, тем более о новой системе. Если прыгаешь тройной аксель, но падаешь с него, то тут же получаешь минус 5 баллов. Думаю, учить четвертной луп и четвертной сальхов ей будет проще. Начнем с сальхова. Пока речь идет только о тренировках, а не о соревнованиях. Мне кажется, что мы с Евгенией преодолели самое большое препятствие. Перешли на новую систему, то есть подготовки. Я знаю, что она неистовая спортсменка, но в этом сезоне у нее было несколько турниров, которые прошли не так хорошо. Она к этому не привыкла, потому что до этого была своего рода машины. Я всегда считаю, что лучшая ситуация для тренера и для спортсмена, когда роль тренера становится меньше. Тогда спортсмен сам берет все под контроль и берет ответственность за свою судьбу, сказал Орсер. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Всем желаю хорошего дня. До свидания.